По миру разбросаны необычные, удивительные дома, среди которых как жилые, так и офисные. Дом-трансформер. Механический балет. Цюрих, Швейцария. Он способен раскрываться как цветок, позволяя наружным частям фасада служить своим жителям в качестве балконов. В доме находится 5 полноценных квартир. Каждый блок здания состоит из нескольких частей, которые приводятся в движение системой на гидравлике. Кривой домик. Сопот. Польша. Представляет собой офисно-торговый центр в городе. Глядя на данное произведение искусства архитектуры, можно подумать, что дом просто плавится на солнце. В ночное время домик обладает особым очарованием, светясь изнутри. Стеклянный дом. Токио, Япония. В 2012 году на окраине японской столицы появился жилой дом с прозрачными стенами. Комнаты в нем располагаются на разных уровнях и не имеют единого пола, а потому его жителям приходится проявлять чудеса акробатики. Все стены дома, кроме одной, сделаны из стекла. Комнаты в нем не имеют особого предназначения.